Ну что, теперь будем играть в прятки? Ну я не знаю, я очень-очень сильно замерзла, поэтому я хочу домой. Нет, я тоже. Нас будет искать оператор. Круто! Потом, если он найдет, то мы должны нашу этот ничок. Ну там. В общем, если он найдет, то мы едем домой. Так что все, пошли прятаться. Пора. Считай, да? Считай. Раз, два, три, четыре, пять там. Все попались. Всех нашел. Все, все были найдены. Опа, есть. Ну конечно, когда тебе. Мой мальчик жопан выдохал, просто запутал. Я сейчас буду еще вам. Вот так сидел на терминоходе, это нечестно получается. Да. Да? Ну все, были найдены. Но если честно, сейчас уже и холодает, и темно, поэтому надо уже потихонечку выдвигаться домой. Так что мы завершаем нашу прогулку, крутую, да? А прикольно получилось, слушайте, вообще даже на это не рассчитывали. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки. И давайте играть с нами. Вот так что вместе. И тем более все смотрят наши друзья, так что...
ребята, в следующий раз приглашаем всех вместе. Давайте поедем на природу и поиграем вместе в прятки. И в речку холодно. Не, в речке холодно еще. Все, всем пока-пока. Билет, пока-пока, побежала.